вправо. Это очень неудобно. Вот здесь максимально неудобно. Я управляю. Так, давай возьмем бинты. Но хотя я мог попить у занитаза, кстати. Я понял тебя. Я не понял тебя. То есть сейчас уже... Неправильно! Каналия, всем привет, с вами Бояра, продолжаем Саш, то бишь Соу Пилу, The Game. Серия у нас будет уже вторая в предыдущей серии. Че, мы сбежали от маньяка, я не знаю, научились там этим трубой и кинжалом драться, а ты не забывай подписываться на канал, ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик, короче, поехали. Нам надо спасти девчонку. Я записываю вторую серию подряд, потому что здесь, и как я уже объяснял в первой серии, максимально неудобное управление. Поэтому если ты его забудешь, его потом хрен вспомнишь и привыкнешь. Поэтому играем подряд. Так, не забываем, что могут быть всякие подглядочки у нас попадаться. Это что, это камера? Скорее всего. Бинты взять прекрасно. А нам не надо, мы попили уже из унитаза. Мы из унитаза попили. И все у нас было хорошо и прекрасно. Тут прыгать нельзя, напоминаю, приседать нельзя. Ничего вообще нельзя. В морг я сейчас не хочу, не пойду. Напоминаю. О, да зачем ты закрыл ее? Зачем? Вот так. Хыч! Хыч! Да, вот максимально неудобное управление. Если бы не управление, я бы прямо играл в нее. Ай! Окей, опять? Ага, понял. Этот щиток нам откроет ту дверку. Спасите женщину в хирургической уди... Ничего не найдено, великолепно. Ой-ой-ой, что делать? А, один. Что? А, понял, окей. Хорошо, четверка. Однерка. Надо нажать кнопку, когда сойдутся цвета. Двойка. И что? Однерка. Тройка. Четверка. Ах, однерка. Четверка. По очереди один. Серьезно? Ну давай. Так, подожди, давай заново. Давайте заново. По очереди. Что? Один, два, три, четыре. Погнали. Один. Не успел. Ладно. Подождем еще кружочек. Хорошо. Скорее всего, один, два, три, четыре нужно подряд. Тогда все сойдется. Они просто вообще ускоряются. Так, смотри. Раз. Два. Три. Четыре. Ты не успел! Тут, короче, нельзя промахиваться. Я понял, главное, нельзя промахиваться. Что такое? Издеваешься надо мной, игра? Вот тут замки максимально сложно взломать. Один. Два. Три. Четыре. Четыре, говорю, что тебе не нравится-то? Один. Два. Четыре. Один. Четыре. Шприц, хорошо, это хилочка. По-моему, она на шестерочку. Ничего не найдено. Гвоздь. Гвоздь это чтобы взломать замок, я помню. Тут максимально тоже не... Что? Опять предохранитель нужен. Где взять? Где мне взять предохранитель? Ау. Где взять предохранитель? Не понял. Здесь мы были. Здесь закрыто, насколько я помню. Да. Зачем ты поджег зажигалку? Дверь хотел спалить? Нет, это так не работает. Так, нам нужен пред. Зачем ты выключаешь зажигалку? Включи зажигалку, вот так. Распределитель открыть. Открыть! 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 Не открывает, прикинь. Не понял. На. Тут, короче, двери такие незаметные вообще. Ничего не найдено. Так, тут по-любому опять ловушка будет. Надо не забывать КТЕшечка. Нажимать на циферку. Нет, нормально все. Скримеров не было в первой серии, нормально. То есть игра, в принципе, нормальная. Для меня самое то. Скримеров нету. Такая довольно-таки жуткая атмосферка. И в целом, как бы, несложная игра. Я люблю такие игры. Ящик конструктора. Записка.
Фамилия закрашена черным. Пациент номер 825-361-31-27, дата 14 апреля 98 года. Кстати, мне было уже 10 лет. Консультация. Заметки врача. По предварительной оценке закрашена черным. Представляется вежливый мужчина с глубоким пониманием реальности. Пациенту 34 года, женат в течение 2 лет. Жена на 4 месяце беременности. Отрицает необходимость психологической помощи, но явился на встречу по просьбе жены, настоявшей на посещении из-за беспокойства по поводу его растущей склонности к самоизоляции. Пациент демонстрирует высокую степень ясности, мышления и очень послушен. Первые первичные тесты выявили очень высокий коэффициент интеллекта и необычайную способность воспринимать факты, закрашено черным. Гордится своими знаниями и интеллектом, проявляет потребность находить слабости в других, настаивает на том, чтобы изменения... Поведение имеет место у него жены, у его жены, которая перестала его понимать. Пациент вежлив и любезен, но не уступчив. Похоже, ему нравится давать туманные ответы и запутывать интервьюера. Поведение пациента спокойное и контролируемое, проявляется безразличие к эмоциям других людей и общее отсутствие сочувствия к человечеству. Это про конструктора, я так понимаю, да? На словах выражает искреннюю привязанность к жене и ожидаемому ребенку, но внешне не проявляет этого чувства при разговоре о них. После первоначальной консультации, это скорее всего, чтобы не палить его имя, не ощущает потребности в дальнейших визитах, назначил следующую встречу с возможностью отменить ее уведомление в течение 24 часов на случай, если он передумает. Пациент проявляет склонность к депрессии и нарциссическому расстройству личности. Скорее всего, там что-то написано. Фото... Кто? Там, короче, что-то написано, я не понимаю, что там написано. Не падай, не надо, отойди. Как? Что? Это сейчас было прямо управление, вид сверху. Я не понял прикола. Но у меня сейчас камера, короче, сверху поменялась, и надо было сверху нажать. О, опять это, короче, неудобное место. Напоминаю, тут надо мышкой вперед двигать и в это время еще влево-вправо. Это очень неудобно. Вот здесь максимально неудобное управление. Максимально неудобное управление. И ножик летит. Конечно. Ой, сейчас с самого начала, да? У нас же не было никаких этих сохраняшек. Нет, было сохранение, да? Не помню, ну ладно. Это замечательно. Но это хорошо. Так, быстренько. Быстренько читаем, быстренько читаем. Расстройство личности. Прекрасно. Или это вот сюда я пошел? Костыль? Это оружие? Да, это оружие, ну-ка. Ой, как медленно. Ну окей, возьмем. Нет, хотя давай кинжальчик оставим, мы еще с кинжальчиком не бегали. Скорее всего, это, короче... Что? Что? Там кто-то прошел или что? Зачем мне показали этот вентилятор, вид сверху? Скорее всего, это количество ударов, которые можно сделать этим оружием. Так, тихо, да куда? Зачем? Я не нажимал вправо! Я не нажимал вправо! Что ты, игра, прекращай! Саш. Ну это Саш. Игра будет про Сашу. Но это про Сашку. Максимально неудобное управление. Вот прямо оно люто неудобное. Вот просто не могу. Скорее всего, игра заточена была под геймпад. Скорее всего. Вот что? Ну давай посмотрим, что там показывает. Эта штука упадет на меня, я... Нет. Зачем мне тогда показывать этот момент? Так, аккуратно. Аккуратно. Ага. Мышкой. Вот. И почему сразу нельзя было так сделать? В чем проблема-то была? Не, ну туда я прыгать не буду. Не, ни в коем случае. Тут закрыто, скорее всего. Да, конечно. Там птицы какие-то... Что? А-а-а! Тут опять стекло, что ли? А чё молчит? Я, короче, в шоке. У нас по пути уже было как минимум 2-3 человека, с которых можно было снять и носки, и обувь. Он отказывается делать. Двойка! Да, напоминаю, тут надо нажимать. Но я не понимаю прикола этих ловушек, реально. Я открываю дверь, я же могу сделать шаг назад. И дробь в меня не попадет. Так, давай возьмем бинты. Ну хотя я мог попить у занитаза, кстати. А, нет.
скальпель. Я мог попить из унитаза, и все бы было хорошо. Так, мы ищем предохранитель. Опа. Что-то мелькнуло сейчас. А что? А где предохранитель? А зачем я сюда пришел? За трубой? Бред. Мне труба не нужна была. Вот сейчас не понял. А куда тогда? Серьезно, вниз прыгать я не хочу. Ну ладно. Лезть. Ты сейчас ноги себе типа сломал или что? Ой, управление какое неудобное. Контрольная точка прекрасно, шикарно, вообще замечательно. Хоть не надо будет заново. Но он подсвечен, значит он юзабелен. Ну давай. Почти пришел освободить тебя. Он быстрее, чем я ожидал. Тэп? Тот коп, что гонялся за тобой и допрашивал меня? Но почему? Он здесь, чтобы встретиться со своей одержимостью и сделать выбор. От его решения будет зависеть твоя жизнь. За него похитили других, как меня? А я тут при чем? А я тут при чем? Darkness also illuminates? Че? Темнота также светла? Illuminates. Это же освещение. Пред, прекрасно. Но нам не нужен был пред. Я не помню, чтобы нам нужен был пред. А он подсвечивался, кстати. Ой, там опять все в гранатах, в динамитах. А можно перевести это? Как-то. Ну и страшно. Опа. Куда смотреть? Ну на таких штучках надо куда-то смотреть. Там, нам нужен свет. Нам нужно включить свет, и тогда здесь что-то появится в этой комнате. Так? Здрасте. Как дела? Все хорошо? Жутенько, конечно. Так, ну окей. Что надо сделать будет? Много динамитов. Никакой загадки. Ладно, давай. Разгадка любой головоломки в ее фрагментах. Иногда нужно взглянуть на задачу совсем с иного ракурса. Я понял тебя. Я не понял тебя. Не понял. Так, с какого ракурса надо было посмотреть? Пошли. Детектив Трэп почти пришел освободить тебя. Он быстрее, можно чем пропустить? Я ожидал. Тут нельзя пропускать. Тот коп, что гонялся за тобой и допрашивал меня? А я-то при чем? Ну, почему? Я искал, я детектив. Здесь, это моя работа, искать. Своей одержимостью и сделать выбор. От его решения будет зависеть твоя жизнь. За него похитили других, как меня? Darkness also illuminates. Темнота также подсвечивается. Окей. Я понял теперь прекрасно все. Ну я не видел этого щитка. Ну его не видно было. Теперь там светло, прекрасно. И вот с этой точки. Что? Ага. Загадочки пошли. Чем ты ее выключаешь постоянно? И чё? На этот рисунок надо посмотреть под другим. Да что ж ты выключаешь-то зажигалку постоянно? Я же тебе не говорю выключать ее. Пистолет. А, понял. Там на каждом этом нарисован символ. Иногда нужно искать, чтобы найти очевидное. Я понял, понял уже. Ищем пистолет. А вот пистолет, собственно. Ну так сразу бы и сказал. Я-то и не понял ведь сразу. Кому-то... Убегаем. Сейчас все взорвется там. Че? О-о-о, иди-ка ты знаешь куда. Да ухожу. А можно здесь залезть? Нельзя. Я не хочу драться в темноте, это бред. Я в светлое время не смог подраться, а тут в темноте драться еще. Давай, где ты там? Давай.
Ну, где ты? Ты где? Он убежал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, я забыл, сорян, тут все в стекле, да-да-да. Блин, тут все в стекле. Все погибло, спаси нас, Господи. Ты слишком близко. Все нормально, успокойтесь, ребята. Что происходит? Вот эта штука на меня упасть должна, да? Я сейчас туда пойду, она упадет на меня. Нет. Бинты прекрасны. Кто там где шастает? Соседка. Детектив, ты не единственный наш игрок, но он ключ к твоему выживанию. Ты и тебе подобные должны найти ключ в теле детектива, чтобы освободиться из собственных ловушек. Некоторые из вас останутся безразличны, другие будут более агрессивны. Детектив, ты ключ к тому, чтобы прекратить твои страдания. Но это жестко, на самом деле. Кто не знает, напоминаю, кто первую серию не смотрел, а лучше сперва ее посмотри, а потом уже задавай глупые вопросы. Мы после операции, в нас стреляли, у нас попадание было пулевое, и во время операции нам зашили ключ от всего этого здания. И то есть все люди, которые здесь находятся, то есть вот эти все маньяки и странные люди, которые участвуют, так сказать, в местных загадочках, они ищут нас, потому что у нас ключ. И они готовы сделать все, что угодно, чтобы избавить нас, так сказать, от этого брен... Да что, где кто? Я тебе что сказал? Что ты мне сказал? Иди сюда. Я тебе что сказал? Оп. А, хорошо. О, с первого раза, серьезно? А, все? Не понял. Зачем его выкинул? Одноразовый? То есть скальпель был одноразовый? Это грустно. Давай костыль возьмем. Блин, или трубу. Костыль очень медленный. Ну вот возьми с него ботинки. В чем проблема? Размерчик-то почти наш. Вот, давай-ка бы еще. Да шприц, нафиг он мне нужен. Лучше ботинки взял, чтобы по стеклу можно было ходить. Странный человек, странный. Так, а где? Здесь. По. Вот здесь, да? Да, ой. А, ну это понятно. Это несложно. Так, где начало? Где источник питания? Вот источник питания, да? Куда надо привести его? Сюда? Окей. Ой, так это легко. Ну, такие загадки мы в Forgotten Hill-то вообще этих всех проходили изи просто. Посмотрите. Нажать. Прекрасно. Бинты нам не нужны, у нас хилка полная. Зачем ты постоянно выключаешь? Или ты на бегу не можешь использовать зажигалку, я не понимаю. Он постоянно вырубает зажигалку. Гвоздь, прекрасно. У нас уже, кстати, два гвоздя, напоминаю, гвозди нужны, это как отмычки, чтобы открывать двери. Опять стекла. Красота. Опа, опа, 4. Хорошо, успел, прекрасно. Записочка. Записочка. Записка. А, закрыть. Так, здесь можно сломать дверь. Это хорошо. Давай сперва здесь посмотрим. Ну, здесь вроде ничего нет. Ладно, пошли ломать дверь. Здесь стены картонные, поэтому что бы и не сломать. На, раз, два, три, четыре, пять. Еще 6. Ну-ка, погоди, давай-ка проверим. Взять? Нет, полный. Или это урон у него? Я не понимаю, что значит эти капельки. Кто? Где? Нет никого. Стекла? Нету, прекрасно. Можно спокойно бегать. Ну, это... Ну, ясно. Ну, извини. Ну, возьми ты с него ботинки, в чем проблема? Взять труб? А, труба? Нет, я беру костыль. В чем проблема взять ботинки или хотя бы носки? Уже не так будет ранить. Я вот это вообще... Вообще не понимаю. Алло, кто там? Ух ты, ни хрена, какой мощный. Иногда запереть дверь на засов недостаточно, чтобы враги не пробрались. Через запертую дверь нажмите 1. Находясь рядом с чем-то тяжелым, чтобы забригадировать этим предметом... Все, окей.
Окей. Я должен это сделать. Как? А, сперва закрыть, наверное, да? Ага. Так, засов поставить. Троечка. Ага. И забаррикадить. Ой, так это легко. Не-не-не, если ты доски сломал, здесь уже ничего не сломаешь. Иди, сиди там, не долби. Двери не ломай, слышишь? Да сделать должен, так сделай. Я тут при чем? Вот и все. Опять меня закрыли. Так, это что? Да вернись ты, не пойду. Кассета. Чуть-то я не смог-то. Потому что здесь также ключ, которым можно освободить свидетеля, которого вы решили не защищать. Вы помните ее имя, детектив? Или вы добыли у нее сведения и вышвырнули ее? У вас ключ от ее комнаты, поспешите. Или ее ждет судьба вашего последнего напарника. Синг, мне так жаль. Но я не виноват, я ничего не сделать не мог. Я точно в такой же ситуации был. Так что не надо тут. Не надо на меня сваливать все свои обиды. Куда идти? Заперто. Да вернись, куда? Зачем? Если я вернусь, я тебе костылем по голове втащу. Что тут такое? Тут что-то только что было. Нет. А он только что что-то появлялось. Нет, мне показалось. Ладно. Ладно, да я не виноват ни в чем, отстань от меня. Сам виноват, попался. Я вообще ни при чем. Я такой же, ну опять бомбочки. О, минута будет. Так, давай посмотрим сразу, что тут. Камеру вижу, на нас смотрит. Вижу кучу ящиков, генераторы, телевизоры. И собственно, минута нам дастся. Ничего не найдено. Погоди, погоди, не запускай скрип, подожди. Замок. Минута. Хорошо, найти код надо. Найти код надо от замка, я понял. Быстренько. Предохранитель, прекрасно. Куда вставить, не знаю, ничего не найдено. Сюда побежали быстрее. Ищем код, пароль смотрим. Предохранитель включаем. Что открылось, без понятия. 7, 9, 5, 7, 9. Окей. 5, 7. Неудобно, 9. Да вот и все, ну ты лошара такой, вообще за 30 секунд все сделал, что за загадки такие легкие. Надо было на безумном играть, я не знаю, есть ли там разница, там может быть дается по 30 секунд всего. Ключ, отлично, это ключ от бабенки. А, ты все-таки подраться, эй, ты кто такой? Свинина, что за свинина? Эти флешбеки, а вот мы перед этой дверью, это быстрый телепорт был. Нас быстро привели сюда к двери. Чтобы мы не бежали всю карту обратно, нас быстренько сюда притащили. Спасите жертву из ловушек. Ага. Her? А. Can you rescue her, Detective Tap? Сможешь ли ты ее спасти, Детектив Тап? Да без проблем, давай попробуем. Это типа первый с боссом? Битва с боссом, да, первая? Сейчас типа вообще сложно будет. Прям вообще пипец сейчас сложно будет, да? Давай. А можно контрольную эту? Так. До сих пор конструктор не оставлял в живых никого. Аманда Янг стала первой и единственной известной жертвой конструктора, которой удалось выжить. Подробности о Янг будут скоро сообщены, а еще... Ей еще предстоит доказать показания в своем похищении. А, дать показания. Он спас меня. Такие слова сказала Аманда Янг, единственная известная жертва конструктора, которой удалось выжить на пресс-конференции на лестнице здания мэрии вчера утром. Представитель полиции помешал Янг выдать слишком много подробностей дела, но дал ей высказаться о том, что она чувствовала в те ужасные моменты. Ну, такое спорное, он меня спас. Скорее всего, все-таки ты просто выиграла игру, то есть ты победила. Я ничего не сказала полиции, ни слова. Я знаю, что не сказала. Обещаю, я больше не буду. Ни наркотиков, ни резать себя, ничего. Знаю, что не будешь. Я не знаю, что еще сказать, что еще предложить. Свою жизнь. А за что? А что она такого сделала? А что она такого сделала, что ты решил... Ой, все началось, да? Я слышу, слышу, сейчас помогу. Блин, бабенка.
Так, во-первых, мне сейчас надо будет на тебя посмотреть. Я не могу дышать. Да, блин, ты такая резкая. Привет, Аманда. Ты меня помнишь? Я нет. Я хочу сыграть в игру. Опять в игру? Я сказал нашему другу-детективу, что я спас тебя, но ты забыла свою роль. А, она сбежала? Ты забыла свое тело наркотиками и болью. Теперь игла спасет твою жизнь. Каждый из вас получил дозу различных ядов, которые медленно разрушат ваши тела. Устройство перед вами содержит противоядие каждого из них. Красные сосуды налево, синие направо. Но будьте осторожны, если неправильно смешанные антидоты вызовут некоторый дискомфорт. В последней нашей игре ты освободилась, отняв жизнь. Теперь же твое единственное спасение – доверие к посторонним. Жестко. Живи. Давай, я готов. Умри, Аманда. А мне тоже вколят, что ли? А зачем, за что? Так, не понимаю, что делать пока. Прошу, быстрее! Не понимаю просто, что делать на самом деле. Так, подожди. А, я понял. Неправильно! Нет, правильно. Быстрее! Смотри, я опускаю. Оно поворачивается, да? Хорош, нормально, пока все, ага. Так, теперь я опускаю. Оно поворачивается. Поворачивается, то есть синее. Окей. Теперь я опускаю, оно поворачивается. Поворачивается и поворачивается. Снова синее. Хорош! Так. Опускаю. Сюда, сюда, сюда. Ага. Нормально. Нормально, расслабься, сейчас все будет хорошо. Так, сюда, сюда. Ага. Сюда, сюда, ага. Нормально. Давай. Так. Сюда, сюда, сюда. Снова синее. Боже, хватит, умоляю. Так, хорош. А, сюда, сюда, сюда. Красное. Ну это не... Они, короче, постоянно перемещаются. То есть красный влево, синий направо. Хорош. А, еще раз, что ли? Ты издеваешься? Сюда. Теперь две надо сюда. Ага. Сюда. Сюда, ага. Так, теперь по две надо ампулы. Фу. Сюда, сюда, ага. Отлично. Так, сюда. Прости. Сюда. Прошу, отпусти меня. Окей. Так, теперь сюда, сюда, ага, снова сюда. Нормально, пока идем, хорошо. Ладно, времени нет, это прекрасно. Так, сюда, сюда, ага. Сюда, ну, сейчас все то же самое, сейчас все то же самое. То есть, сейчас уже... Неправильно! Успокойся, все нормально будет. Я замохал, я забыл про нижнюю. Сюда, сюда, окей. Так, сейчас синее. Сюда, синее, сюда. Ага. Красное. Красное. Прошу, отпусти меня. Не, сейчас синюю надо. Боже. Ага. Так, сейчас синее, 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 окей. Так синюю, я не ту нажал! Да, а ей-то почему вкололи? Подождите. Я не то нажимаю. Так, синюю. Красное, окей. Так, сейчас синее, синее, окей.
Так, сейчас красная, ага. Так, себя освободили, окей. А девчонку? И девчонку освободили, замечательно. Ну, ей, ну чуть-чуть накосячили. Ну, чуть-чуть накосячили, нормально. Спишем на то, что мы первый раз хирургией занимаемся. Все нормально, Аманда. Все в порядке. Ты в что порядке. Ты сделал со мной? Что ты сделал? Я не он. Я не тот, кто... Ладно. Я в порядке, знаю. Слушай, нужно играть по его правилам. Я видела его. Я видела его. Кто он? Как он выглядит? Тебе только это и важно? Конечно. Я чуть не умерла. Мы все здесь из-за тебя, детектив. К черту все. В смысле из-за... А что я это сделал? Подожди, это моя работа. Я искал психически ненормального человека искал. Я его нашел. Я его, возможно, там в тюрьму посадил, я не знаю. Что я снова здесь. Я как виноват-то? Ты сам знаешь. Я раз уже прошла его испытание. Сейчас нужно быть осторожными. Двери не то, чем кажутся. Безумцы. У меня такое чувство, что весь сумасшедший дом в ловушках. И тогда по правилам. И оба выберемся. Он наблюдает. Окей. Ты уже пережила одну его ловушку. Как ты Хотя смогла? Хотя явно провалила испытание. Потому он снова меня сюда и притащил. Да еще с копом поганым. Слышь. Надо же. На всякий случай говорю. Здесь всем заправляет конструктор. Не ты, детектив. Субтитры не доозвучили. А в смысле? А я-то тут при чем? Не, подожди. Она нормально? Не... Я ее, главное, спас. Я ее... Да, ты можешь посмотреть на меня как-то? Как-то камеру можно на нее показать? Да, хватит. Это-то... И... Ну, как-то, блин, фиг знает. Ты такая темная. Можно я вот тебя так подсвечу? Ну, блин, если я просто ее увеличу, она будет такая страшная. На вся... Да куда ты повернулась? Погоди, я тебя пытаюсь сфоткать, мадам. Ну, как-то вот... Так, допустим. Не знаю. Так она темная получается, ее высветлять потом, вот это все заморочь. Короче, я не понимаю прикола. Я ее спас, она на меня бундит. Я так понимаю, эта девушка участвовала в предыдущей игре. Видимо, была какой-то не совсем адекватной. Она выиграла, пошла, короче, в средний бар, сразу же пьюши, ранулась, короче, вот эти наркотики, алкашка, все. И конструктор такой, а я чуть, я для этого спасал, что ли? Ну-ка, давай обратно в игру, и вот так вот все. Вывод. Опять же, смотри, опять же, игра рассказывает о том, как не надо делать. Ну, прекрасно. Замечательно. А, блин, а что? А давайте закончим. А давайте, наверное, закончим. Контрольная же точка была? Была. Давайте на этом закончим. На этом это уже будет второе видео. А ты не забывай подписываться на канал. Ставь лайк, комментируй, нажимай на колокольчик. Обязательно подписывайся на все соцсети. Ссылочка внизу в описании есть. Не забывай приводить друзей и подруг на канал. Пиши в комментарии свои игрушки для прохождений. Самое интересное мы обязательно пройдем. Залетай к нам в телегу, в дискорд и, конечно, в группу ВКонтакте. Все, ребят. С вами был Бояра. Канале. И пока-пока.